Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор 12-го каталога Faberlic. Буду отвечать на ваши вопросы, которые задавали под предыдущим роликом обзора каталога. Итак, поехали! Сразу у нас стартуют новинки. Новинки, скажу честно, я еще не пробовала, потому что весь август в разъездах, поэтому возможности нет. Если она вдруг появилась или появится, конечно, вы об этом узнаете. Обязательно все расскажу. Но мне кажется, это будет что-то с чем-то. Кто уже попробовал, обязательно пишите випы. Яркий, насыщенный цитрусовый аромат юзу и легкая кислинка маракуйя. Я обожаю маракую. Мне очень нравятся мисты Faberlic, поэтому я мимо этой новинки не прошла бы, если бы как бы не обстоятельства. Да? Итак, какие у нас с вами были вопросы. Вот как раз по парфюмерию. Расскажите подробнее про женскую парфюмерию. Был вопрос. Я с ней не очень, девчонки, на самом деле дружу. Я не могу сказать, что есть прям что-то восхитительное, и про что я могу сказать, вау, был один парфюм, но и то его сняли. А так вот, что нравится, да, очень классная, кстати, серия Story. Fruity Story, Cocktail Story, Candy Story стоит копейки, вот будет вообще, наверное, около 300 рублей со скидкой консультанта, здесь 30 мл, и действительно стоит попробовать. Candy Story здесь про вишню. Fruity Story здесь прям фруктики. Мне очень нравится, как этот аромат шлейф. Да, у них есть шлейф за такие деньги. Cocktail Story тоже очень классный. Здесь более свежий аромат. Вот эти ароматы мне нравятся. Вот ничего плохого про них сказать не могу. Не могу сказать, что как бы пользуюсь на постоянной основе, но нравится. По ароматам, моноароматам здесь, пожалуйста, как бы что вам нравится. Нравится фиалка, берем фиалку. Это моноаромат. Если вам нравится какой-то аромат, то, конечно же, можно попробовать. По краскам был вопрос. Расскажите, пожалуйста, подробнее про краски. Что хочу рассказать. Во-первых, у нас осталось две краски в каталоге. Это Эксперт и это Салон Киа. Была еще Ботаника. Она мне не нравилась. Ее уже давно нет. Краску Эксперт обновили, но тем не менее я когда взяла, я не заметила какой-то разницы, да, а краска самая ядреная. Вот она действительно ядреная, она очень мощная, и именно здесь пепельные оттенки, которые держатся очень долго. Если вы любите холодный какой-то блонд, то вам, пожалуйста, в Эксперт. Держится долго, она очень мощная, но правильно подбираем, правильно миксуем, да, чтобы не было зелени, не было еще чего-то. Воняет, да, воняет, может пожечь волосы, да, конечно, однозначно, поэтому как бы будьте к этому готовы. Если берете светлые оттенки, там уровень до восьмерки, до семерки, если берете вот светлые оттенки, то будьте готовы к тому, что да, она жжет волосы, естественно. Но здесь очень стойкие оттенки, абсолютное закрашивание седины у меня, например. Интенсивный осветлитель для волос тоже просто прекрасный. Снимает, ну, мне кажется, 6 тонов им снять можно очень легко. Очень мощный. Вот, смотрите, результат окрашивания, то есть даже до 10 тонов, наверное, 8 тут или 9, сколько, 8, 7. Вот как раз 7 тонов, да. Можно снять вполне себе. Так, покраски Эксперт рассказала. По уходу за волосами еще, за окрашенными волосами был вопрос. За окрашенными волосами как ухаживать? Здесь все индивидуально, девчонки. Вот сказать, там, возьмите маску, морожка, и у вас все будет зашибись. Нет, не могу, потому что вот мне подходит, а вам, может быть, не подойти. Надо все пробовать. Косметика Faberlic бюджетная. Пробуем, пробуем, не понравилось. Вон, подружке, маме и тете подарили. Ей, может, наоборот подойдет. Очень классный уход, морожка. И за окрашенными волосами, и за пористыми волосами, и за непослушными. Мне безумно он подходит дочери. У нее локоны так красиво ложатся после серии морожка. Это просто что-то с чем-то. И волосики расчесываются. Без разницы, кстати, какой абсолютно шампунь. Бальзам слабоват, а сыворотка слабовата. А вот маска просто великолепная. Разглаживает волосы моментально. Поэтому обратите внимание, обязательно. Цена вопроса вообще очень-очень смешная. Так, еще был вопрос у нас уход за проблемной кожей. Вообще, мне весь каталог надо рассказывать, наверное, девчонки, приготовьтесь. За проблемной кожей действительно уход Айсиул очень хорош. Могу смело рекомендовать гидрофильное масло пару раз в неделю. Чаще не надо. Почиститься хорошо. Пенка тоже изумительная. И жемчужный крем для умывания, мой любимый, для проблемной кожи тоже очень хорошо подойдет. Девчонки, он умывает до скрипа, просто до скрипа. Если есть какие-то высыпания, неровный тон там или еще что-то такое. Вот это вообще просто супер. Так, что у нас тут еще? Про тональные средства тоже был вопрос, поэтому останавливаюсь на кушоне. Для меня лучшее тональное именно средство, которое перекрывает, да, это кушон.
изумительные. Кушоны Фаберлик, их не сравнишь ни с одним тональным средством, каким бы я ни пробовала за все свои 40 лет. Просто потрясающе. Больше всего я как раз люблю кушон Айсиул. Несмотря на то, что он такой в упаковочке, знаете, желтит, и кажется, что прямо сейчас, ой, я буду вся желтая. Нет, он спустя там несколько минут подстраивается под тон кожи. Были отзывы, даже девочки Белоснежки его брали, и он подстраивался, великолепно перекрывает. Кто как наносит? Но вот если вам есть что скрыть, то наносим именно той пуховочкой, вот этой вот, которая в комплекте, губочкой. А если вам нужно легкое покрытие, можно кисточкой. Но опять же, у кого-то забивается в поры, у кого-то полосит. Но это, девчонки, исключительно от неправильного нанесения. Нужно приноровиться, как его наносить. Его будет совершенно не видно на коже. Совершенно ни в какие поры он не забивается, не подчеркивает шелушение и не полосит. Чуть-чуть промокнуть вот эту вот пуховочку и по личику похлопывающими вот такими движениями наносим. А, ну, переборщить тоже можно, потому что когда он новый, он выдает очень много тонального средства, поэтому да. Уход за проблемной кожей подойдет отлично. Гель-трансформер для лица на лето, он легкий, и поры забивать вам не будет, и в то же время увлажнять. Проблемную кожу тоже нужно обязательно увлажнять. Гиалуроновый гель алоэ вера, он не только легкий, он еще и лечит, но с ним можно переборщить до липкости, поэтому здесь тоже капелюшку. Так, едем дальше. На помады запроса не было, поэтому перелистываю. В этом каталоге мы с вами уже тратим купоны. Заходим в личный кабинет, переходим на второй шаг оформления заказа, акции консультанта. И там видим вот этот раздел. И выбираем по наличию купонов все, что нам нужно. По пудре вот этой очень хочется тоже послушать отзывы. Пока не было возможности потестировать, но обязательно возьму. Потому что мне интересно, на самом деле, стойкая компактная матовая пудра, которая у нас с вами матирует, выравнивает. Мне кажется, она будет похож на мою любимую пудру. По тональникам больше ничего говорить, девчонки, вот не буду. Вот честно, не буду, потому что я уже сказала, что вот любимый кушон, и с ним ничего не сравнится. Остальное все вот мимо, вот честно, для меня мимо. Вот опять же кушон практически такой же, как Айсиул. И только есть три оттенка. Вот, пожалуйста, сейчас в наличии было еще больше. Есть три оттенка. И сменные блоки, они подходят кушону Айсиул. Вот эти вот я брала уже, меняла не раз. Поэтому я вам больше ни про какой, девчонки, ну, про одно еще сейчас расскажу, которое более-менее нравится. Тональные средства рассказывать не буду. Кушоны отлично подходят для жирной кожи. Даже на летний период, если вам надо что-то скрывать, вы привыкли летом пользоваться тональным кремом, а на летний период кожи, потому что финиш бархатный, финиш матовый. Вот за это еще его люблю. Так, дальше едем дальше. Помадки опять с вами пролистываем. Про туши тоже у нас запроса не было. И про тени запроса не было. Если надо, в следующем каталоге все расскажу. Обязательно пишите. Про запеченный бронзер был вопрос. Опять 40% на него скидка. Бронзер. Что такое бронзер, девчонки? Это будет такой желтый загорелый блеск. Там действительно блеск. Можно использовать как контуринг. Можно подчеркнуть вот щечки вместо румян. Да, вот здесь смотрится красиво. Можно как тени. Как бы я не знаю еще, что вам про него сказать. Прям сказать, расскажите про бронзер. Бронзер, он и в Африке бронзер. Так, потому что он запеченный, его хватит на 40 лет. Внукам вашим останется еще. Поэтому как бы, ну, не вижу причин не взять и не попробовать. И вот еще, что я люблю, увлажняющий тональный флюид. Линейка It's Collagen. Эта серия у нас с вами еще ухаживающая. Это огромный плюс. И тоже создается бархатный матовый финиш. Но какой бы вы оттенок ни выбрали, подстраивается под тон кожи. То есть вы его вообще не видите на коже. Нанесли, я прям пальцами наношу. Это достаточно такая жидкая консистенция. Наношу и все. И ничего не вижу. Слегка выравнивает тон. Все. Но кожа потом приятная. То есть вы не просто нанесли BB-крем, да? Тональный флюид, точнее. Вы еще и поухаживали за кожей, потому что здесь есть крутые компоненты в составе. Вот этот продукт еще тоже могу порекомендовать из тональных. А так вот, кушон, это наше все. Так, про проблемную кожу. Про проблемную еще был у нас с вами запрос. Куркума. Опять же, смотря какие проблемы. А так вполне себе подойдет. Единственное, что дневной крем у нас с SPF и может... проблемной кожи не очень подойдя. Вот ночной просто, ну, рад. Для проблемной кожи уход, девчонки, карбокситерапия. Это просто спасение. Будет у нас с вами набор вместе с масочкой за 700 рублей со скидкой консультанта. Хватит на несколько процедур надолго. Вот для проблемной кожи, да, углекислый газ выделяется у нас с вами после второго шага. Третий шаг – это маска, после которой кожа упругая. Первые два шага ее чистят, очищают от пигментации, очищают от загрязнений. Вот, пожалуйста, вам проблемная кожа.
Так, едем дальше. Global Oxygen тоже подойдет. Там проблем каких-то, может быть, не решит, но подойдет. Был запрос про доктор Кор, девчонки. Я эту серию не люблю. Все, что пробовала, мне не нравится. Поэтому рассказывать вам про нее тоже не буду. Дневной крем для лица, для проблемной кожи, для жирной кожи. Дневной. Он матирует слегка. Матирует и регулирует выработку себума. Вот, пожалуйста, тоже. Так, поехали дальше. В линейке Axiology очень нравится гамаш. Опять его нету. Но вроде на складе есть. Гиалуронку для проблемной кожи не совсем могу посоветовать, потому что у некоторых девочек высыпание после нее, коллагенчик. Это базовые такие линейки, коллаген на самом деле классный. Для проблемной кожи, пожалуйста, NFW, вся серия рабочая, все работает. Патчи на прыщички, корректор замазать, нос почистить. Так, это что у нас, господи, крем матирующий на лето, пожалуйста, лосьон от черных точек, холодит, там как будто ментольчик такой, класс, маска очищающая, как умывашку можно использовать, мне очень нравится, классная линейка, действительно классная, вот вам для проблемной кожи еще, кислоты обязательно для проблемной кожи, но опять мы это с вами на осень откладываем, если кожа склонна к пигментации, для проблемной кожи вообще без кислот никак, обязательно кислотный уход подключаем. Вот эта линейка эксперта, Себа Баланс для проблемной кожи, пожалуйста, имеет с собой тоже на накопительный эффект. Маску можно использовать как маску, и умывалку тоже, и крем для сужения пор тоже работает, и у него накопительный эффект. Так, это у нас с вами возрастной уход, поэтому я здесь не останавливаюсь, такого запроса не было. Очищение кожи, говорила уже, мицеллярка для проблемной кожи вербена подойдет. Дальше по парфюмерии, что могу еще посоветовать? Вот то, что на любителя, я на этом акцентироваться не буду, хорошо? Я прям буду говорить только то, что мне нравится. Рената сладковатая, но мне она нравится, действительно нравится, но на холодное время года. Очень, кстати, понравились в последнее время водички Каори, вот прям все. Прям все. И бьюти-кафе мне тоже нравится. Это сладенькое все. А Каори, смотрите по описанию нот, что вам больше подходит, можно попробовать. Много пробников есть в наличии. Заходите в личный кабинет, берете пробники. Если сомневаетесь, нюхайте и пожалуйста. Мур-мур. Миленькая, миленькая водичка, нежненькая такая, пудровая, ванильная. Но все в меру, не душит. Тоже могу посоветовать. Еще мне очень нравится Футурия. Мне она напоминает в моментах Far Away Avon. Футурия. Вот у меня прям к ней иногда тянется рука. Очень вкусная водичка. Вот ее могу порекомендовать. Так, дальше. Тут опять же, говорят, надо смотреть, что вам нравится. Мы же с вами все разные. Юдашкина оценила. Причем и розовый, и желтый. Они часто были раньше на распродажах. Они есть в объеме 30 мл. За копейки можно взять, попробовать. Вот действительно интересные водички. Интересные такие, богатые. Валькирию очень многие любят. Очень многие. Прям вот, знаю, некоторые регистрировались ради Валькирию в компанию. Но я как-то вот мимо. Поэтому, опять же, надо смотреть. Восточная серия совершенно нестойкая, поэтому прям рекомендовать не могу. Но мне очень нравится зеленый аромат, потому что он похож на Жадор Диор. Вот. Так. Дальше. Вот как раз тридцаточки. Когда тридцатки бывают по распродажам, пожалуйста, вот. Юдашкин. Оба. Дезирабль. Но дезирабль такой насыщенный на лето. Не знаю, как-то не очень. Пожалуйста, Валькирия. За копеечки. Берите, пробуйте. Подарите потом кому-нибудь. 300 рублей выйдет флакон парфюма. Надо смотреть. Можно гель парфюмированный взять, все равно доиспользуете, да, для душа. Но хотя бы вы будете иметь представление об аромате уже, какая там направленность и так далее. Вот это очень классная, кстати, штука. Гель для душа берешь и можно оценить аромат. Так, по мужскому у нас ничего не было. Запросов никаких. Вот краска Salon Care. Salon Care я не очень люблю, потому что мне плохо закрашивает седину. И где-то через 1-2 помывки... Седина опять снова видна, и цвет тоже теряется очень быстро, с эксперт не сравнить, но она более щадящая. Она более щадящая, оттенки здесь тоже красивые есть, поэтому можете присмотреться. Уход за волосами Salon Care мне не нравится, многие поют оды маслам, а не смывашкам. Мне не нравится, мне не подошло, у меня пушит волосы вся линейка. Для окрашенных, поврежденных волос обязательно присмотритесь к ламинирующей серии Эксперт. Очень рабочая, даже один шампунь уже здорово разглаживает волосы. А если с бальзамчиком, да еще и не смывашку, вообще просто шикарный. Вот эта сыворотка, кстати, эликсир для волос из зеленой линейки, тоже очень крутая, очень здорово разглаживает пожженные кончики, прям хорошенькая-хорошенькая. Для окрашенных, поврежденных блондиночек серия Blond Icon, великолепная линейка, просто великолепная. Во-первых, нейтрализует желтизну. Во-вторых, маска безумно круто ухаживает за волосами. Именно маска. Они как после ламинирования, после нее. Так, обязательно любые волосы нуждаются в хорошем очищении, поэтому черный шампунь раз в неделю, раз в 10 дней, тоже как отче наш.
Ботаника, нет, не могу посоветовать, все-таки и сушает. Не очень мне нравится. Так, про что вам, мои хорошие, еще рассказать, какие были вопросы? Про дейзики были вопросы, да, тоже кто-то спрашивал про дезодоранты рассказать. Девочки, нет, я сейчас пользуюсь дезодорантами другой фирмы, мне не нравятся слабые. Вот когда по первости только серия эта вышла, мне и твердый нравился, и спрей, я брала, и шарик выбрала. Сейчас нет, я чувствую запах пота, хотя я к потливым людям не отношусь. Поэтому нет, конечно, нет и нет. Так, листаем дальше. За волосиками еще уход, но это за проблемными волосиками не окрашенными. Так, за ножками, это я вам каждый раз все время рассказываю. Детская линеечка, салфеточки мои любимые, еще по хорошей цене, прям очень рекомендую, девчонки. Прям как салфетки пятновыводитель даже рекомендую, потому что они потрясающе очищают. Так, вот, вот эту штуку обязательно буду брать, потом обязательно вам расскажу. Напиток чайный растворимый, контроль веса. За счет чего у нас здесь будет контроль веса? Не знаю, может быть, снижение аппетита. Вообще написано, ускоряет обмен веществ, помогает успешно снижать вес. Иногда, зачастую, у многих, вот почему случаются такие застойные процессы, я как человек, который худел правильно, худел с эндокринологом, худел с медицинской точки зрения, знаю, то есть остановились вот процессы, не то, что они остановились, обмены, они очень-очень медленные. Вы можете есть очень мало, вы можете соблюдать колораж, но вес все равно не уходит, потому что нужно разогнать организм, нужно ускорить обменные процессы. Если это действительно так, если вот этот БАД, вот этот напиток поможет разгонять, то это очень круто. Усиливает антиоксидантную защиту, это все понятно. Тонизирует, дает энергию, опять же, за счет чего здесь у нас гуарана. Это классно, то есть это энергетик. Когда мы такие продукты потребляем, нам действительно хочется меньше есть, это точно. Зеленый чай, плоды лимоника, китайского, кардамонского, апельсина и чай матча, как бы вот еще, да, который как раз-таки у нас и будет обмен веществ ускорять. Будем пробовать, будем обязательно вместе с вами пить, так что круто. Так, больше ничего у нас с вами тут из БАДов новенького нету. Надо на осень, кстати, будет запасаться обязательно бронхо и иммунити. Всегда должны быть дома. Так, посуда. По посуде тоже запросов не было. По серии дом запросов не было. Смотрите, Соу Ян будет по желтым ценникам у нас с вами. Я возьму две пасты однозначно. Я возьму две пасты, потому что это что-то вообще великолепное, инопланетное, которое справляется с любыми загрязнениями. Поэтому, конечно, я возьму. Пластины и парфюм я беру по VIP-программе. Сейчас уже три продукта могу взять. И это очень-очень радует. Выгодно быть VIP-ом. Так, рефрешер еще возьму. Повторю, я когда постельное белье меняю, девчонки, я на матрасы и на диван, я рефрешер распшикиваю, и как бы все свеженько, все хорошо. Ну, матрас не постираешь, правильно, его можно только протереть, почистить. На шторки люблю иногда, на чехол для дивана люблю иногда, его тоже как бы стираешь не каждый день. Поэтому вот рефрешер тоже мне нравится, в последнее время прям часто использую. Зонтики опять у нас с вами к осени начали выкладывать. В конце якобы распродажи линейка Love Me Skin. Маски люблю эти. Прям рабочие, класснючие маски. Смотрите, какая красота. Полотенчики. Очень красивые. Был бы еще в ментоловом цвете, я бы себе обязательно набрала. А так нет. Для ручек у нас тут с вами. Ну и в конце подарок за регистрацию. Опять косметика для дома. Очень классная, замечательная, которая всегда пригодится, всегда израсходуется, всегда нужна. Поэтому, если вы еще не зарегистрированы, ссылочка всегда под роликом. Вот тут где-то сбоку подсказочка. Всех люблю, целую, всем пока-пока. И, конечно, оставляйте еще свои запросы, про что рассказать в следующий раз.